Тем временем уже завтра в Мурманском государственном техническом университете по результатам тайного голосования станет официально известно, кто возглавит крупнейший вуз региона. Пока исполняющим обязанности ректора МГТУ назначен Сергей Агарков. В 1990 году он окончил мореходку по специальности судовождение. Второе экономическое образование получал в Морской академии рыбопромыслового флота. Третье – высшее снова в МГТУ. Числится преподавателем на кафедре экономики и менеджмента. Общий стаж – 13 лет. Доктор экономических наук. В разные годы работал на руководящих должностях в банковской сфере. Был замом генерального директора ТЭКОСа, председателем контрольно-счетной палаты региона. С 2011 по 2012 год возглавлял Министерство экономического развития области. Если Сергей Агарков официально станет ректором МГТУ, то, по его словам, никаких революций и глобальных изменений в университете не будет. Самое важное – это то, чтобы была а, преемственность, и б, постепенно наращивание, условно говоря, своих конкурентных преимуществ. Потому что ни для кого не секрет, мы сегодня в рынке, мы сегодня должны выполнять как отраслевые задачи ведомственные, то есть выращивать специалистов высокой квалификации морских специальностей, так и, безусловно, закрывать потребности рынка, регионального рынка, который реально сегодня существует.